Сдаем очередной тест на коронавирус. Прилетели из Турции, как законопослушные граждане. Сдаем тест. Стоит 1600 рублей и 500 рублей курьеру за то, что привозит это. Это на дому делаем сами. Намного дешевле. Намного дешевле, чем ехать в клинику, там с больными стоять в очереди, сдавать. Курьер привозит, вот за двоих отдали 3 700, 500 курьеру и по 1600, ну подорожало, было по 1300 сдавали месяц назад. Вот дают такой договор тут, палочки, пробирочки, перчатки. Палочки, это для носа, это для рта. Я уже свою сдал. Точнее, отдал курьеру. Сейчас Наташа. Если есть такая услуга у вас на дому, конечно, пользуйтесь. Если лучше 500 рублей заплатить курьеру, никуда не ехать. Пойду в зеркало. Наши масочки с поездок. Носу теперь другой палочкой. Все. Теперь это все в одну пробирочку. Обрезаете, да? Закрываем. Хорошо. Кладем. Вау! Упала. Да что ж такое? Хорошо не успел запечатать. Что? Да штрих-код этот приклеить. Штрих-код надо клеить. Удобно очень на дому, а то в очереди с инфицированными сидеть не камильфо. Теперь запечатывать тут все. Может, отдашь ему, он сам запечатает. Нет. Курьер не заходит, ждет только в подъезде. Снимайте ленту. Один готов. Так, где твой-то? Вот. Ты все туда положил? Угу. Ты все ложи. Ну что, каторжанин, сидишь тут, чтоб не лаяло? Все. Даем курьеру. Давай, давай. Так, все. Ага. Так, все, закрыл красной ленточкой. Все. Ага. Так, ну все. Все. Спасибо, до свидания.